Перевод Куценко. Озвучил «Да ты нет». Иди сюда. Иди сюда. Встала. Молись. Читай. Читай. Быстро. Читать, читать, читать. Молись. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Экзорцизм. Ты можешь не пропускать всяких пидорасов? Можешь газку дать. На такой скорости мы вообще не доберемся. Придурок, куда ты прешь? Если мы опоздаем, я тебя убью. Кто выдал тебе права? У тебя они вообще есть? Да. Со вчерашнего дня? Недавно. А, ну тогда понятно. С камерой ты лучше справляешься. Кошмар, никогда такой езды не видела. Может быть, у меня получится? С Божьей милостью, надеюсь.
Ты сама будешь рада, если мне станет лучше. Прекращай, Маша. Дело не во мне. Ты, вот что важно. А если я умру, как ты будешь без меня? Сконцентрируйся на выздоровлении. Выброси всякие мысли из головы. Вера, в чем дело? А что если... Если я выздоровлю, то, возможно, тебе не придется держать меня под замком. Поживем-увидим. И хватит спрашивать всякую чушь. Да. Хорошо. Ясно. Поняла? Да, поняла. Представьте зрителям для семейного телевидения. София, дипломированный психиатр. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об экзорцизме и в общих чертах о сатанизме. Это действительно опасная практика, которая может оттолкнуть пациента от проверенных методов лечения. Я полностью согласна. Даже в наши дни говорить о сатане как-то глупо. Да, это так. Знаете что? И знаете что? Дело в том, что 1/3 пациентов с расстройствами личности называют себя демонами. А это типичная шизофрения. Шизофрения? Да. Есть замечательные примеры. В 2003 году в США мальчик с аутизмом умер во время процедуры экзорцизма. Его болезнь родители приписывали демону. А мы говорим об аутизме. Случай в 2005 году в Румынии был еще хуже. Монахиня померла после того, как священник приказал привязать ее на кресте и оставить ее без воды и еды на несколько дней, чтобы изгнать из нее демонов. И это все практика экзорцизма? Безусловно, все это определенная практика экзорцизма. Кошмар, правда. Еще один случай был в 2010 году в Англии. Умирает 14-летний мальчик. Чтобы изгнать демона из него, родственники избили его, а потом утопили его в воде. В 2011 году в США... Нет, это действительно кошмарный случай. Мать заставила своего сына пить смесь оливкового масла с уксусом, чтобы изгнать из него демона. Мальчик стал задыхаться, а она силой сжала ему рот руками, чтобы его не вырвало, и сломала ему шею. Боже милостивый, такое невозможно. Большое спасибо за данную информацию. Не за что. Пожалуйста. Может быть, мне не стоит вам этого говорить, но пусть это останется между нами. Я слушаю. Архиепископ разрешил нам заснять экзорцизм. Сам преподобный Виктор Супило проведет его. Виктор Супило? Вы его знаете? Да. Да. А на ком применять экзорцизм? На Артукович из Водняна. Я знакома с этим делом, Маша Артукович. Правда? Как здорово. Девушка сумасшедшая, и она отказалась ложиться в больницу. Я попробовала свою методичку, она у меня действительно безупречна. Но ей ничего не поможет. София, вы бы не хотели принять с нами участие? Ведь же хорошо иметь эксперта. А вот это может не понравиться Супила. Да вы что? А это еще лучше. Если речь идет о вреде экзорцизма, то это был бы идеальный случай, чтобы развенчать миф перед народом. А почему бы и нет? Замечательно. Значит, едем.
Слава Иисусу Христу. Он здесь. Только что прибыл. Хорошо, спасибо. Это где-то здесь. Уважаемые зрители семейного телевидения, в предыдущем выпуске мы ознакомили вас о последствиях от абортов и утвердили семейные ценности и вероучения. Сегодня мы в Одняне, чтобы убедиться, что экзорцизм — это пережитая и устаревшая практика, и ей нет места в современной церкви. С нами психиатр София. Добрый вечер, София. Добрый вечер. Секретарь архиепископа любезно поделится с нами, когда и где состоится акт экзорцизма. Слава Иисусу! Следуйте за мной. Спасибо. София, прошу. Сними само с гаражем. Сними здание. Преподобный. Что тут происходит? Они с телевидения. Что значит с телевидения? У них есть разрешение. Какое разрешение? Вы что, с ума сошли? Из архиепии. Вы кто? Вы сами прекрасно знаете. Неважно. Лидия Режина, семейное телевидение. Это оператор и психиатр. А она здесь зачем? Это наше условие. Она часть нашей команды. Как вы об этом узнали? И кто вам разрешил? Архиепископия ценит нашу работу. И какое это отношение имеет к делу? Вы сами понимаете, что у вас нет поддержки всех начальств. И по мнению многих, подобные ритуалы только наносят ущерб церкви. В ущерб церкви? Да, в ущерб. И как вы прикажете помогать людям? Медицина 21 века уже давно продвинулась. И сейчас есть лекарства от всего. Таблетки. Если они эффективны, то почему и нет? А что, по-вашему, на ТВ думают о сатане? О, перестаньте, сатана уже давно побежден. Побежден? И его больше не существует. Слава Христу. Вы слишком храбры. И прошу вас. Неужели вы злитесь только потому, что мы считаем, что ваши методы устарели? И как бы вы, по-вашему, помогли девушке? Я не психиатр, зато я тут есть. Это точно. Нам нужна будет полная тишина, чтобы посвятить себя. Конечно, мы это вам предоставим. А сами вы чего боитесь? Вы все равно не верите в сатану? Мы верим в Бога. Я не смогу так работать. Вам придется. Так приказал архиепископ. Что, простите? У вас есть разрешение на экзорцизм. А это не значит, что в другой раз вам будет разрешено. Так что советую вам приступать. Или мне позвонить архиепископу. Архиепископу. Все хотят оказаться на маленьком экране. Нет, это уже слишком. Снимай. Куда побежал, трус? София, поговори с ним. Это твоя работа. Вера, я ухожу. Но почему? Я так не могу. Как так? Нас снимает телевидение. Что? Что значит телевидение? Добрый вечер. Почему она здесь? От меня ничего не зависит.
Что она здесь делает? Как вы смеете? У меня есть разрешение. Оно одобрено архиепископией. Вон, от меня ничего не зависит. Пошли вон. Подожди, почему? Как вам не стыдно? Пошли вон. Уйдите, не трогайте меня. Вы с ума сошли? Все на выход, пошли вон. Снимай, снимай. Помогите мне ее связать. Садомаза, пожалуйста, только не начинайте. Неоспоримая шизофрения. Есть документ от психиатра, что это вовсе не так. Ага, еще консультация по телефону. Тихо. Тихо. Прости, Маша. Ты как? Все нормально? Да. Ты даешь благословение своей сестре Маше? Даю. Маша, ты принимаешь благословение по собственной воле? Принимает. Маша должна ответить. Отвечай ему. Принимаю. Вера, ты бы не могла? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да пребудет с тобой Бог и Святой Дух. Святой Архангел Михаил, вождь небесных легионов. Михаил, значит? Пожалуйста, прекрати. Святой Архангел Михаил, вождь небесных легионов, защити нас в битве против зла и преследователей небесных, против злых духов, против сатанинских духов. Будь нашей защитой, да сразит его Господь, об этом мы просим и умоляем. Низвергни сатану и прочих духов зла. Будь благословлен ты, хранитель и покровитель, кому доверены души людей. Я молю Бога, чтобы Он даровал нам покой и подавил сатану, чтобы прекратил удерживать людей в плену и вредить церкви. Предай наши молитвы Всевышнему, чтобы милость Божия снизошла в победе с драконом древнего змея, который является сатаной, который был низвержен в ад, чтобы не угнетал народ. Аминь. Вера. Ну а сейчас что? Ужин с прочтением Библии? Или литературный кружок? Прекрати, пожалуйста. Хватит. Дорогие братья и сестры, помолимся о Божьей милости. Да услышит Господь наш голос в помощь нашей сестре об ее ужасном положении. Выруби! Что вообще происходит? Пожалуйста, не отвлекайтесь. Святые Мария и Матерь Божья, молись за нее. Святой Архангел Михаил, Гавриил и Рафаэль, помолимся. Святые Ангелы Божьи, помолимся. Святые Патриархи и Пророки, помолимся. Святые Апостолы и Евангелисты, помолимся. Святые Ученики Божьи, помолимся. И вы, Святые Мученики, помолимся. Небесные Силы, Бесплотные все Святые, помолимся. С Твоей милостью оставь ей грехи наши, спаси ее от всего зла и от всего греха, и вечной смерти. Своим рождением, через свой пост в пустыне. Бла-бла-бла, как еще это будет долго длиться? Тихо. Своим страданием на кресте, своей смертью и погребением, своим воскрешением, своим вознесением, с даром Святого Духа Хранителя. Христос, Сын Бог Живого, помилуй ее, Ты, который ради нас предстал перед дьяволом, освободи угнетенных от лукавого. Дай своим ученикам власть над демонами. Ты заступник наш перед Господом нашим. Ты, кто предашь судить живых и мертвых. Господи, услышь наши молитвы. Господь, услышь наши молитвы. Маша, ты как? Хорошо. А почему вы все время меня об этом спрашиваете? Одна сплошная болтовня. Да он и сам не знает зачем. Только одно бла-бла-бла.
Прекратите. Сами не знают, что делают. Маша, тебе нужно передохнуть. Вы перегибаете палку. Как дела? Что нового в городе? Ничего, как обычно. Вы знакомы? Ты мне не говорил. Это не твое дело. А ты так не разговаривай со мной. У тебя как дела? Маша, откуда вы знаете друг друга? Со школы. Со школы? Ты опять мне врешь? Я еще раз спрашиваю, откуда вы друг друга знаете? Отвечай. Отвечай, говорю на вопрос. Ты меня слышишь? Ладно. Ничего. Мы еще поговорим. Лгунья. Чертова врунишка. У нас есть несколько вопросов. Не сейчас, пожалуйста. Ты записываешь? На меня? Мы не впечатлены опытом так называемого ритуала экзорцизма во главе с преподобным Супилой, который любезно допустил нашу команду. Теперь, возможно, становится ясно и понятно, почему церковь отстранилась от ритуалов. Давайте спросим отца Супилы, как же все так произошло. Не снимайте меня, пожалуйста. Нам сообщили, что это ваш первый экзорцизм. Да, это правда. А у вас есть необходимая подготовка? Да, естественно. Простите, конечно, но вы выглядите как-то неуверенно. Тут есть неоспоримые признаки того, что девушка одержима демоном. И что же это за признаки? Я не могу обсуждать их публично. 87% населения Хорватии определенно являются католиками. А это наш зритель, и они заслуживают ответа. Есть бесспорные признаки одержимости. Начинают говорить на языках, которых не знают. Демонстрируют нечеловеческую силу. Вы видели, что происходило. И вы считаете, из всей этой процессии ей полегчает? Да, определенно, что ей должно помочь. Ладно, мы увидели только одно. Девушку, у которой есть психологические проблемы. И с какой стати и на каких основаниях вы утверждаете другое? Ее душа нечиста, и это очевидно. А как же медицина? Наука? Я же говорил вам, что с психиатрической точки зрения она вовсе не психически больна. И это все? Поверьте мне, я знаю, что такое зло. Если не возражаете, представьте девушку для нашего зрителя. Ее зовут Маша Артукович. Это она вас нашла? Нет, ее сестра Вера сообщила мне на исповеди. Спасибо, отец. Маша, всего несколько вопросов. Уйдите. Пожалуйста. Вы меня слышали? Вы совсем с ума сошли? Всего лишь несколько вопросов. Не снимай меня, снимай ее. Прошу вас, Вера. Мы просто хотим задать пару вопросов Маше, и мы сразу же уйдем. Все будет хорошо. Поверьте мне. Хорошо. Ответим на эти несколько вопросов. Спасибо, Вера. Маша? Расскажи, пожалуйста, что с тобой случилось? То, что ты обратилась к отцу Супила за этим ритуалом. Не я обратилась к нему, а Вера. Только она сама согласилась, так и скажи. Вера сама знает, как лучше будет для меня. Конечно. Милая, скажи.
Ты школьница или студентка? Я ходила в школу, но Вера настояла, чтобы я ее бросила. Почему? Потому что все над ней смеялись. Смеялись? Да, смеялись. Почему они смеялись над ней? Расскажи им, почему. Я не хотела прогуливать вместе с ними школу и гулять после школы. Так и говори. И ты решила бросить школу? А как еще? Понятно. Маша, твоя сестра заботится о тебе? Вера любит меня. По-моему, со мной ей лучше. А ты как думаешь, Маша? Да, с ней лучше. Правда? Маша, у тебя есть друзья либо подруги? Конечно. У нее есть я? Мы живем здесь одни. У тебя есть друг, парень? Был. Сейчас нету. Расслабься и не обращай внимания на Веру. Со мной ты можешь поделиться. Не стесняйся, рассказывай. Вы больше не вместе? Что? Маша? Все? Больше ничего не расскажешь? Я больше не убегаю из дома. У Маши есть все, что ей нужно. У меня есть все. Тебе что-нибудь нужно? Нет. И я так думаю, что у нее есть все. Вера, а вы не расскажете, что случилось с вашими родителями? Не понимаю вашего вопроса. Насколько мне известно, ваша мать долгое время болела. Она умерла. Мои соболезнования. А ваш отец? Он умер. А я знаю, что он пропал. Вы что, не слышали? Я сказала, он умер. Ясно? Вера, прошу прощения. Извините. Пожалуйста. Скажите правду о состоянии Маши. Бывают разные обстоятельства. В каком смысле? Маша потеряла Веру. Я слышу голоса. Что ты сказала? Какие голоса? Какие голоса? Разные. Разные? И о чем они говорят? Это чушь собачья, ты просто потеряла Веру. Расскажи нам, что тебе говорят? Ничего. Что же они хотят? Что говорят? Маша, не обращай внимания на Веру. Все, хватит. Конец. Выключи камеру. Хватит, я сказала. Пожалуйста, хватит. Не меня снимай. Выключи камеру. Выключи камеру. Уйдите отсюда. Уйдите. Спасибо, Вера. Выключай камеру. София, вы как профессионал, как бы вы определили проблему девушки? Глубокая психологическая травма, связанная с потерей родителей. Понимаю. Усиленная изоляция, наложенная сестрой, усугубила повреждение ее психики. Подавленная сексуальность, гормональные сбои, нарушение координации. Отсюда и все ее нестабильное состояние. Ясно, ясно, как бы вы поступили? Я бы попыталась применить до конца свою методику. Но она оградила мой доступ к Маше. Что вам мешает? Вера. Вот и я о том же. А ты сама расскажи, почему. Давай, говори. Расскажи, почему? Это не так уж и важно. Вы можете рассказать нам, почему? Это не имеет никакого отношения к делу. Как это не важно? Вот так. А, не важно, что ты втянула нас в эти свои сатанинские ритуалы? Что? Ты втянула нас в эти ритуалы? Сатанинские ритуалы, это так не важно? Одну минутку, София. Вы мне что-то до этого говорили. Ты безбожница. А вы случайно не работаете под другим именем? Это не имеет никакого значения. Отвечайте. Я Леонида Кристиан, обвиняемая в сатанизме. Да как ты смеешь? Что ты лезешь? Скажи мне. Как ты смеешь такое говорить? Как тебе вообще не стыдно? Заткни свою пасть навеки. Вы соврали нашим зрителям. Ваша дочь умерла, ведь так?
После ее смерти вы стали заниматься сатанизмом. За это вам запретили работать в Хорватии. Кристиана вытаскивала деньги с верующих. Взамен она им давала сырое мясо и свиную кровь, чтобы снять черную магию и порчу. Мы вас раскрыли. Верующие люди умирали от отравления. Я-то в чем виновата, что такое мясо продается? Очень смелый поступок с вашей стороны, чтобы явиться сюда. Я смелая? А вот с ней все нормально. Она просто притворяется. Привлекает к себе внимание, а ее сестра поддерживает ее в этом. Как же тебе не стыдно? Типа слышит голоса, кто-то приходит в ее дом. Хватит нести всякую чушь и фигню. Супила, признавайся, что ты тоже в это не веришь. Наоборот. Нет, ты врешь. Я верю в это. Ты не веришь. Значит, вы утверждаете, что это выдумка. Определенно. Они обе мошенницы, я их сразу распознала. По себе не суди. Я? По себе не сужу? Избавь меня от этой католической хренотени. С чего я обворовала всех? Кто? Кто? Да ты сама обворовала верующих. Заткнись. Почему я должна заткнуться? Я устала тебя слушать. Тебе даже не стыдно прийти в мой дом после всего, что случилось? Заткнись, сатана. Я помогала. Пошел вон, сатана. Сумасшедшая баба. Я сумасшедшая? Она забрала у нас последние деньги. Намеренно сводила с ума мою сестру. Делала все во зло. И сейчас она не пришла с добром. Скажи, католическая фанатичка, а ты сама сатана? Сатана, прочь с глаз моих долой. Как тебе не стыдно после всего, что ты сделала? Опять пришла ко мне в дом. Убери от меня руки. Заткнись, шарлатанка. Бла-бла-бла. О, Господи. Девушка здорова. София, помолчи. Заткнись. Отец, ну сделайте что-нибудь. С ней все нормально. Правда? С ней все нормально? Да как тебе не стыдно? События в подвале сестры Артукович подтвердили наше подозрение в мошенничестве. Прекратите уже. Несмотря на сомнительную репутацию действующих лиц, оспаривающие одержимость Маши. Снимай ее. Что происходит? Электричество вырубилось. Включите свет. Что происходит? У тебя на камере есть фонарик? Кажется, она развязалась. Что? Мы ее найдем. И что же теперь делать? Маша? Этого невозможно. Невероятно. Что вообще тут происходит? Маша, пожалуйста, проверьте ее там. Случайно ее там нету? Тут уже нет ничего случайного. Маша? Абсолютно сумасшедшая. Чокнутая. Совсем с ума сошла. И она может поубивать всех нас. Да тихо. Ты слишком резко реагируешь. Маша? Маша? Маша, пожалуйста. Маша? Маша, это София. И я тебе помогу. Это проявление. Перестаньте уже. Маша, не прекращай запись. Сюда посвети. Маша? Маша? Успокойся, это мы. Маша. Маша. Пойдем с нами. Эй, Маша. Ты меня слышишь? Все хорошо, пойдем. Пошли. Thank you.
давай, заходи. Маша? Эй! Эй, Маша! Я ничего не вижу. Может, мы ее прошли? Вряд ли. Я ничего не вижу. Маша? Маша, пожалуйста, отзовись. Маша. Что это было? Пошлите лучше наверх. А что там наверху? Чердак. Что-то не то с камерой? Не шути, записывай. Тихо. Снимаешь? Да потише, пожалуйста. Маша. Вот она. Господи. Дьявол вселился в ее тело. Духом Святым приказываю тебе, назови свое имя. Назови свое имя. Демон, который вселился в это молодое тело, назови свое имя. Творцом Божьим приказываю тебе, скажи свое имя. Духом Святым приказываю тебе, назови свое имя. Все святые приказывают тебе. Подождите. Подождите. Где крест? Дайте свет. Где крест? Осторожно. София. Господи. Вот она. Что такое? Зажгите что-нибудь. Дайте света. Маша. 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 Come on.
Идем назад, свет не выключай. Держи ее. Связывай ее. Сюда посвети. Посвети на меня. Назови свое имя. Назови свое имя. Назови свое имя. Маша. Маша. Маша, Маша, эй, эй, эй. Посмотри на меня. Помнишь, что произошло? Маша, ты помнишь, что случилось только что? Посмотри на меня. Ты ничего не помнишь? Ничего. Нет, не помню. Держи ее вот так. Веришь ли ты в Бога всемогущего Отца, Создателя неба и земли? Маша, скажи, я верю. Говори, Маша, ты веришь? Веришь ли ты в Иисуса, единственного Сына нашего Господа Бога? Посади ее. Веришь ли ты в Иисуса, единственного Сына нашего Господа Бога? Рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят и умер, и погребен, воскрес и теперь находится справа от Бога Отца. Маша, скажи, я верю. Веришь ли ты в Святого Духа, в Церковь, в святых, в прощение, в воскрешение и вечную жизнь? Скажи, я верю. Ты отрекаешься от сатаны? Маша, скажи, я отрекаюсь. Ты отрекаешься от сатаны? И его деяний? И от его пустых обещаний? Маша, скажи, я отрекаюсь. Я отрекаюсь, скажи, Маша. И от его искушений, Маша? Маша, скажи, я отрекаюсь. Тебе, как чуваки, за что ты часто света церкви, как ты, Господи, предыдущий откупень, ты сместишь в личное божество. Супила? Доставай свой причиндал. И я им займусь. Давай, Супила. Ты же хочешь этого? Я ж хочу поперхнуться от твоего огромного мужского достоинства. Я хочу наглотаться твоей спермы. Доставай свой хуй! А ты пошла нахуй! Давай, сука, трус! Выеби меня! И поглубже! Сделай это! Выеби меня! Выеби меня! Давай, выеби! Я хочу этого! Выеби меня! Хули ты сышь?
хочешь лизнуть мою пизденку, а? Так давай. Давай, супила. Выеби меня в очко, разорви мою жопу. Изъеби меня, порви мою целку. Выеби меня, давай, выеби меня. Сука, я на все готова. Не пизди мне тут, сука. Заткни свой ебало. Ты же сам хочешь этого. Ну давай, подойди поближе. Засунь мне его в рот. Ты же этого жаждешь, да? Так иди ко мне, попробуй меня. Иди сюда, жалкий ублюдок. Виктор? Погладь меня. Прикоснись ко мне, как раньше. Я соскучилась по твоим прикосновениям. Пожалуйста, Виктор. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Почему ты так поступил со мной? Отец, о чем она говорит? Не слушайте ее. Это демон. Умоляю. Что я сделала не так? За что? Маша, что он с тобой сделал? Это не Маша. Не смотри ей в глаза. Я думала, что ты любишь меня. Не смотри на нее. А он только решил овладеть мной. Ведь правда? Ведь это так? Назови свое имя. Назови свое имя. Знаешь мое имя? Назови свое имя. Почему ты дала мне умереть? Не слушай ее. Мамочка, почему ты дала мне умереть? Не слушай ее, это демон. Мама. Назови свое имя. Ада. Кто такая Ада? Кто такая Ада? Ада Кристиан. Супил, о чем она говорит? Мое милое дитя. Птичка моя. Мама. Мама. Прости, мам. Я не хотела умирать. Мамочка не может жить без тебя. Это он виноват, мама. Он. Моя дорогая, солнце мое. Мама тебя любит. Помоги мне, мама. Накажи его. Накажи его за меня. Накажи его, мама. Он виновен. Да, он виноват. Накажи его.
Грязная тварь. Подонок. Все отнял у меня, тварь ничтожная. Жалкий убогий кусок дерьма. Все отнял у меня. Ты и твой божок. Вы все у меня отобрали. Она убила себя из-за тебя. Из-за тебя на руки наложила. Вы все у меня отобрали. Вы все у меня отобрали. Все. Все. Тварь, ты грязная. Псина. Шакал ебучий. Говнодушный гондон. Давай, лай. Хочу тебя услышать. Я убью тебя, кусок ты падали. Вот так она висела. Почему ты ее бросил? Ты тварь ебаная. Она же повесилась из-за тебя. Она любила тебя. Она любила тебя. Ну как делишки, супила? Все, готовься, тебе пиздец. Разве она у меня не была красавицей? Ты думал, что тебе с рук сойдет? Твой бог мертв. Я бог. Пожалуйста, убей меня. Убей меня. Умоляю тебя, умоляю тебя. Прости меня. Мама? Мама, убей его. Убей его, мама. Убей его, он во всем виноват. Накажи его, убей его. Убей его. Ничего не говори, снимай. Если я говорю идем, ты идешь со мной. И не противоречь мне. Когда я говорю снимать, снимай. Только тут закончим, и с тобой все покончено. Снимай. Уважаемые зрители, уверена, что некоторые из вас очень потрясены. И уверяю вас, и что эта молодая безбожница, потерявшая веру, потерпела неудачу, как и сам Супила, с его так называемым экзорцизмом. Хватит уже вмешиваться. Что? Ты сама-то лучше? Чем ты лучше их, блядь, ты падшая? Прекращай. Зачем ты все делаешь? Ты крестишься, сама не знаешь ни одной молитвы. Так что отъебись от меня, дура безмозглая. Вот эта камера единственная, что у тебя есть в этом мире. Ты кусок дерьма. А ты сам-то крещеный? Ты ответь мне, ты крещеная? Скажи, Лидия. Как ты собралась венчаться в церкви? Говори. Кто убил ребенка ради своей карьеры? Лидия Режина. Пожертвовала всем ради своей карьеры. Пылкая верующая. Верно, Лидия? Все во имя карьеры. Убила собственного ребенка. Бога нету, Лидия. Нет твоего бога. Борис? Ты же меня опять бросишь? Я не хотел. Тогда, пожалуйста, развяжи меня. Я не могу. Умоляю, развяжи меня. Знал бы ты, как мне больно. Борис... Я боюсь. Умоляю тебя. Пожалуйста, развяжи меня.
Умоляю тебя. Спасибо. Вера. Вера. Папа здесь. Что ты делаешь? Убираешься? Хорошая папина девочка. Правда, Вера? Почему ты об этом ничего не рассказала? Почему ты не сказала ей, что она наша дочь? Вот из-за чего ты меня убила. Да. Ты ребенка хотела ведь только для себя? Ты не разрешала мне прикасаться к Маше. Да. Ревнивая сука. Вот ты какая. Не надо было ее трогать. Не стоило, понимаешь? Тебе не стоило ее трогать. Тебе не стоило ее трогать. Слышишь? Над чем ты смеешься? Верни мне моего ребенка. Никогда. Верни мне моего ребенка. Нет, ты вернешь его. Ты меня не слышишь? Я убью твою дочь. Смирись, шлюха. Ты же сама хочешь, чтобы Маша умерла. Неправда. Ты ее не любишь, а только хочешь ее смерти. Чтобы она умерла, а папа был жив. Ведь ты этого хотела. Это неправда. Это правда, еще какая правда. Ты такая же, как я. Мы похожи. Нет, ты еще хуже. Чудовище. Ты убиваешь свою собственную дочь. Я чудовище, да. Я еще хуже. Хуже чудовища. Я хуже. Еще хуже.
Мама? Мама, лучше не надо. Мама, не поступай так со мной. Мама, пожалуйста, не надо. Ты убийца. Убийца. Пожалуйста, не поступай так со мной. Зачем ты его убила? Зачем? За что ты убила моего папу? Зачем ты его убила? Потому что я люблю тебя. Потому что я очень, очень тебя люблю. Умоляю, прости меня. Прости меня. Господь повелевает тебе, Господь Сына приказывает тебе. Святой Дух приказывает тебе. Иисус приказывает тебе. Распятие приказывает тебе. Святая Дева Мария приказывает тебе. Святые апостолы Петр и Павел. И все апостолы повелевают тебе. Небесные силы бесплатные все святые приказывают тебе. Назови свое имя. Йосип Артукович. Йосип Артукович. Люцифер. 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 Thank you.
Вера? 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 Вера. Вера. Маша, ты что-нибудь помнишь? Нет. Спасибо за помощь моей сестре. Спасибо вам всем. Удачи. Благодарю. Ну давай, иди. Иди. Иди уже.
Перевод Куценко. Озвучил «Да, ты нет».